Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами будет очередной трэш, очередной топовый герой, а с вас, конечно же, лайки. Будем сейчас просто унижать миллионников одним героем, без всяких заморочек. Герой реально обалденный, почему я вам сейчас покажу, расскажу. В общем, это у нас оккультист. Сборка огненка, сборка плюс СО, можно и девятку поставить, этого тоже хватит, плюс Holy Conviction, священный суд по чаркам, по созвездиям, вот такая вот сборка, то есть чтобы шестеркой было уклонение, тут атака и крит, но это не столь важно, то есть собираете ему немножко уклона, качаете огненку от зефиров, самое основное, бьет он одного героя, наносит ему урон, снимает все негативные эффекты шести героев, также накидывает щит на 2 секунды, который, ну, он получает плюс 100 дамага, который превращает дамаг в отхил. На 50% у него встроенное уменьшение героя, также имеет быстрый набор, имеет иммунитет к стану, страху и молчанию. Вот это самое основное. Ставим сюда супер питомца любого. То есть ребята просили, я вам показываю, я вот его докачал. Не качал ему 14 скилл, я сделаю вам сегодня видос по 14 скиллам, поговорим про 14 скиллы, где что как применять. В общем, такая вот сборка, один герой. И у нас сегодня как раз хорошие топы для этой темы. Так, 710, 900. И вот миллионники. Начинаем с первого сразу же топа. Смотрим зефир, осмо, огник, стрелок там и прочая хрень. Делаем вот так вот. Выпускаем одного героя и просто наслаждаемся убийством зданий. Ну, видите, чуть-чуть даже не хватает. Нас бьет Фрея. Внимательно посмотрите на входящий дамаг. Как вам дамаг по герою, ребят? 10 тысяч. 10, ребят. 10, 16. Сейчас пойдем дальше. Там будет веселее еще, я надеюсь. То есть, просто пипец. Я не знаю, что тут еще хотеть. Можно, конечно, поставить вальс, попробовать как вариант, чтобы было больше отхила. Ну, пока вроде держимся. 3000 нас пробивает космо. 30-й космо. 3000 урона входящего, ребят. Это просто аут какой-то, реально. Вот вам миллионник топ с максимальными прокачками и обычный оккультист. Оккультист реально тащит. Он на PvP локациях вытаскивает просто тупо пачки. Конечно же, его тоже можно убить, если будет много там точности на героях. Но его умение, которое превращает входящий урон в отхил, реально спасает всю ситуацию. Сейчас пойдем дальше. Думаю, там будет хоть кто-то повеселее. Здесь нету водушек. Попробуем найти еще кого-то одного с воодушками. Интересно на это тоже посмотреть. Ну, вот так вот. Просто налегке. Без всяких затруднений, без всяких проблем. Давайте попробуем через зефира зайти. У вас зефир есть. Посмотрим, что у нас поменяется. Может, он нас затащит. Сможет. Он что-то он ничего не может сделать. Просто пипец, ребят. То есть ему реально пофиг, кто там у нас еще ворожей бьет. Так, если сейчас успеем, успели, давайте попробуем его же напасть через Фрея. Мне интересно посмотреть урон Фрея.
Смотрите на этот урон. Не, ну Фрея тут серьезнее пробивает. 120к, 200. Может, Фрея сможет. То, что Зефир не может. Пофиг. Реально просто пофиг. То есть за счет священного суда он себя отхиливает сразу же. Весь дамаг. Что еще хотите? Вот реально, для этого героя священный суд будет топовой сборкой, чаркой. Вы сами все видите, что делается. Фрея 30-е. Просто, ну, из-за этого героя очень сложно убить. У него куча иммунитетов, и ему ничего не страшно. Поставили питомца, прокачали 30-й прорыв. Помучились, но прокачали. Ну, сейчас не проблема. Не проблема без донаты. Многие уже попрокачивали и 30-е прорывы, и 13-е скиллы, и 10-е таланты тоже уже для бездоната не проблема качнуть. Покопили немножко и сделали. И вот, пожалуйста, вот вам результат. Сейчас, я надеюсь, будет хоть кто-то с водушками. О, бир есть. Поехали на бира посмотрим. Ай, нас тут Фрейя бьет. Короче, битва гильдии реально веселая. Там дерево, этот проходит, кого-то атакует. Надеюсь, мы сейчас с биром столкнемся. Интересно посмотреть. Давай, забегай. Плюс, как видите, он летающий герой. Можно зависнуть на юнитах. Тоже плюс. То есть для битвы гильдий, для PvP-локации, это на сегодня один из самых таких востребованных героев и топовых. Да пофиг ему, весь дамаг просто пофиг. На сегодня, мне кажется, он даже круче будет. Сейчас попробуем найти кого-то с Фрэнком, потестировать. И с водушками. Вот это мне интересно посмотреть. Ну а пока без вопросов, это один из топовых героев для битвы гильдий. То есть один на один его слить очень сложно. Рея, Космо. Ну давайте еще этого затащим и пойдем через кого. Давайте попробуем через Зефира вот сюда. Может, они хоть затащат. Бьет Космо, бьет Фрея, бьет Зефир. Кто там у нас еще? Оба бьет. Что еще надо, вот скажите. Бьют топовые герои 30-х прорывов. Ну давайте, может, вы ушатаете его. Нифига, на фул отхилился сразу. Короче, это пипец, ребят. Зеленый смотр на нем его хилит, и этого вполне хватает нам. Что еще надо, вот скажите. Вот это на сегодня самая универсальная тема. Сейчас попробуем еще с Фрэнком. Мне интересно найти Фрэнка и ладушки. Если он там затащит, то все.
А что будет, если на него еще поставить суперпэта? Его вы не пройдете просто. IGG, короче, красавчики. Что я могу вам сказать? Ну вот, его до половины пробили. Все. Просто тупо 6 полная. Стрелок. Блин, я не вижу, есть Франк. Ну, Зефир с воодушкой, стрелок. Осмо. Мне интересно посмотреть на Фрэнка, чтобы был хоть кто-то с Фрэнком. Не все какие-то, не очень, ни о чем. О, вот есть Фрэнк. Вот здесь интересно еще посмотреть. Как он будет тащить, не будет тащить. Да это смешно, посмотрите на вот это. Это просто пипец. Ребят, посмотрите, Фрэнк, Зефир бьет, ему просто насрать, Ворожей, Фрея, Фоба, все, это просто аут какой-то, до свидания, в общем, топ-5 просто разваливает обычный герой, обычный обалденный герой, было бы круто, вот давайте через Мэри пойдем, может Мэри сможет что-то сделать, хотя что он тут сможет сделать? Дамаг 2000, 2-3 тысячи. Это просто пипец, ребят. Я в шоке. Это реально герой самый топовый на сегодня. За счет своих умений. Просто круче я пока, честно говоря, чем оккультист. Вот сколько мы героев с вами тестили, есть разные герои. Но то, что делает он... Это просто нечто. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите атаку фортов, где будем просто разваливать. Не знаю, это просто трэш. Просто унижение. Другими словами, это не назовешь. Через кого бы ты ни напал, ему пофиг. Стана нет, молчанки нет, к страху неуязвим, плюс накидывает щит, плюс снимает кондиции. Что еще надо, вот скажите, что еще надо в прохождении топов? Влили ресурсы, прокачали и забыли про битву гильдии. Не надо там ни Фрей, ни маскировок, ни Минотавров, ни Зефиров, ничего. Этому герою просто пофиг это все. Вот так вот, такие вот дела. Топ-5 одним героем, без проблем. Короче, вот так вот. Я, честно говоря, в шоке немножко сейчас с того, что может этот герой сделать. Вот смотрите. Потратили мы 11 минут. Всего лишь 11 минут. И все. И все топы прошлись. Поменяли потом. Ну, то есть тут ничего, даже землеройка не спасет. То есть тут пофиг все, реально. Плюс этого героя. Все. Пишите комменты, ставьте лайки. Я закину. Для картинки, как вам обычно. Ну, это просто пипец. Оккультист, который реально удивляет. Вот такая вот сборка. Все, всем удачи, всем пока.